осень, первые листочки выпадают. Ты что, не грусти, я знаю замечательное место, где круглый год лето. Ой, а где же это? Разве такое бывает? Ну, конечно, бывает. А ты мне его покажешь? Я очень люблю плавать и веселиться. Конечно, покажу. Идем скорее. Передача «Дети в городе» и мы ее ведущие Давид и Настя. Сегодня спешим в аквапарк «Джунгли». Вот мы и пришли. Аквапарк «Джунгли» – это самый большой на сегодня открытый аквапарк в Украине. Уютный уголок тропической природы, приятное место для отдыха и развлечений. «Джунгли» – самый большой развлекательный комплекс. С массой водных аттракционов и разнообразных бассейнов. Идем скорее переодеваться. Сейчас мы вам все покажем. В аквапарке очень интересно. Здесь не просто масса водных аттракционов и горы, а еще очень интересный интерьер. Только в харьковских джунглях можно увидеть полную имитацию тропиков. Водопады, реки, ручейки, буйную растительность. Фрагменты скал и останков, древние цивилизации майя и ацтеков, храмов, пирамид, культовых скульптур. И даже воздух здесь тропический. В аквапарке «Джунгли» каждый найдет что-то для себя. 11 водных аттракционов и целых 7 различных бассейнов для взрослых и детей в одном здании. Без сомнения, можно сказать, что здесь находятся одни из лучших бассейнов города Харькова. Детский игровой неглубокий бассейн с горкой для маленьких непосед и смелых детишек. Спортивный бассейн с 6 дорожками для плавания и ныряния в аквапарке «Джунгли». Это море удовольствия для спортсменов всех возрастов. Волновой бассейн. В этом бассейне нагнетается волна. Можно покачаться на волнах и ощутить себя на теплом море. Если вы хотите просто поплавать в тишине, расслабиться после рабочего дня, купальный бассейн ждет вас. Волны экстрима бассейна скоростной реки пронесут вас сквозь скалистые гроты и загадочные водопады. Различные виды водного массажа для вашего удовольствия и здоровья. Это гидромассажный бассейн. Здесь вы расслабляетесь телом и душой. Бассейн джакузи в аквапарке – это прекрасный способ релаксации после увлекательных водных приключений. Ой, как же круто здесь! Я с тобой полностью согласна. Отличное место, но что-то я чуть-чуть устала. Чем тут еще можно заняться? Сейчас я тебе все покажу. Я сегодня впервые в аквапарке, а вы здесь часто бываете? Нет, именно в этом аквапарке первый раз. А вы уже катались на аттракционах? Да, очень понравилось. А вы еще раз придете сюда? Обязательно приду. Привет, девчонки! Это передача «Дети в городе». Как настроение? Отлично! Вы часто бываете в аквапарке? Конечно! Очень часто! У вас есть любимые аттракционы? Они все мои любимые! Мне тоже они очень все нравятся! Что здесь есть, кроме бассейна и горок? Тут еще есть кафе, дискотеки для детей, развлечения для детей, игровые автоматы. Хорошего настроения! Спасибо, пока! Всем пока! Мы отлично провели сегодня день! Приходите в аквапарк сами или с семьей и насладитесь чудесным отдыхом! Аквапарк «Джунгли» – это отличное настроение, положительные эмоции, адреналин и всегда лето! Это была передача «Дети в городе», и мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными местами города Харькова. Всем пока!